библиотечного обслуживания поселка Весенний закончена. Огромная благодарность вам, дорогие зрители, всем участникам художественной самодеятельности, ну и, конечно же, за огромную поддержку администрации муниципального образования Весенний сельсовет. Ну, а для итога нашего конкурса я приглашаю на сцену Александра Анатольевича Соколенко. Я думаю, ему есть что сказать. Я хочу сказать всем большое, огромное спасибо за представленное удовольствие находиться сегодня здесь и слушать такие замечательные концерты и смотреть замечательные концертные номера. Особенно, когда выступают дети, вот такие маленькие. Это, наверное, самое лучшее, что может быть на сцене. Поэтому давайте поаплодируем еще раз. Хочется сказать, что в этом году Центр культуры поселка Весенний очень креативно нашел своему выступлению. Знаете, не главное вот эти вот награды, а главная награда, наверное, это то, что приходят зрители, то, что ходят сюда дети, то, что ходят и взрослые. Наверное, и самая большая награда – это аплодисменты для тех, кто сегодня здесь стоит. И я хочу спросить вам, дорогие зрители, за счет ставим? Да! Также, дорогие друзья, хочется отметить, что весенним есть восходящие звездочки, которые на протяжении очень большого времени она представляла и защищала честь поселка Весенний. Это на открытии школы в области Экадорина. Это на большом огромном мероприятии, посвященном 80-летию Оренбургского района, который проходил в Лизовике. И много-много всяких праздников. Это, я думаю, что заслуженные награды, потому что она стремится этой вершине. Она с удовольствием это делает, и самое главное, у нее это получается. И вот эти награды я хочу вручить Карине Моисеевой. Три награды просто накопились сразу одним мапом. Это Международный форум «Оренбуржье сердце Евразии». За художественный уровень проведения торжественного мероприятия, посвященного открытию школы Экадори. И активное участие в торжественном мероприятии, посвященное юбилею Оренбургского района. Карина, молодец, спасибо! Дорогие друзья, я думаю, что вы обратили уже внимание на замечательные вот стенды, представленную выставку. Обильный край – это не только то, что происходит на сцене, но и еще это те люди, которые своим творчеством, декоративно-прикладным творчеством сделали вот такую замечательную красоту. И просто нельзя это оставить без внимания. Поэтому я с удовольствием хочу вручить диплом за выставку работ декоративно-прикладного творчества Ольге Алексеевне Ализарко. Прикладного творчества, и я с удовольствием хочу вручить диплом Саверию Свиридову. Итак, громко, Анатолий Николаевич. Когда я говорил о креативности, я говорил именно о том замечательном первом номере, который вот Дмитрий нам исполнил на этих таких светящихся барабанах. Поэтому за особую творческую индивидуальность награждается Дмитрий Финцев, соло на барабанах. Вы увидели, с каким удовольствием он это делал, да, на сцене.